при такой отличной атмосфере катаемся, посмотрели замечательную премьеру Татьяны Александровны. Да, Лебединое озеро, поэтому все отлично, прекрасное настроение, все супер. Слушайте, так это все было красиво, прекрасное настроение. Более того, я даже сказал, что вот своим друзьям, что если бы я был ребенком и я бы посмотрел такое шоу, я бы точно, наверное, выбрал в качестве профессии балет на льду или что-то связанное со льдом. Очень красиво, очень хорошее настроение.